2022 год стал особенным для всех выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства. В этом году отмечается четверть века со дня запуска программы подготовки профессиональных управленцев, которые не боятся пробовать, искать и развивать новые направления. В честь юбилея 85 активных и успешных выпускников из разных регионов России поделились на 15 команд и прошли по экологической тропе геопарка Ундория 8,5 километров. Затем участники вышли в акваторию реки Волга на парусных яхтах. Сейчас есть возможность просмотреть даже историю, траекторию людей и как выстраивался их путь, когда они проходили это обучение и, значит, на каких позициях они сегодня. Безусловно, скорости изменения, которые происходят, вот этот проект как раз показывает на самом деле вот потенциал лидеров, которые способны в очень короткое время собрать команду и пройти вот этот путь. Лучшими в прохождении тропы стала команда выпускников корпоративного университета Ульяновской области «Релакс». Участники выбрали правильную тактику, берегли силы до финиша и двигались строго по маршруту. Нарастили темп и его придерживались. Командная работа. Все друг другу помогали, все друг друга подбадривали. Сложностей на самом деле было очень много. Бег по пересеченной местности. Значит, это в первой части соревнований, да? Подъем на высоту, на жаре. Ускорение на подъеме. Потом, значит, переход по реликтовому лесу со всеми топями и болотами. В период обучения в корпоративном университете активные студенты решили организовать Лигу выпускников для совместной реализации проектов, значимых для региона. Участники Лиги организуют мероприятия разной направленности. Это физкультурно-оздоровительные мероприятия, это благотворительные и добрые дела, это обучающие программы. Ну и, конечно, мы проводим и помогаем проходить производственную практику для студентов корпоративного университета. Поздравить корпоративный университет с 25-м днем рождения прибыл руководитель администрации губернатора Ульяновской области. Вячеслав Барынин отметил, что нашему региону выпала честь принимать на своей территории управленческие кадры со всей страны. Мы преследуем цель единения нашей страны, особенно в текущее достаточно сложное время. Мы преследуем цель создать некую точку, наверное, опорную, связать всю нашу страну в одно целое. Сами выпускники, участники парусной регаты из других регионов, высоко оценили проект «Соединяя берега». Я в восторге от нашей великой реки Волги. На самом деле это мой первый визит и мое первое погружение в воду. И первый раз я на регате, несмотря на то, что из Санкт-Петербурга. Очень классные впечатления, очень хороший такой, знаете, единый командный дух, вот эта помощь друг другу и в сложных местах на тропе. Проект «Соединяя берега» позволит привлечь внимание участников к историческим местам и неповторимому природному комплексу Ульяновской области. Участники смогли обменяться с коллегами успешным опытом и определить новые направления для сотрудничества. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.